Всем привет! Вы когда-нибудь пробовали сочетание курицы и жареных семечек? Это невероятно вкусно! Очень рекомендую! Сегодня именно такой рецепт. Простой и невероятно интересный. И, кстати, приглашаю сегодня в 16:00 по Москве на наш стрим. Пообщаемся! Окорочка. У меня 3 штуки по количеству едоков. Режем на 2 части. Посыпаем их солью. Добавляем сладкой паприки. Если любите острое, добавляйте и острое. Добавляем еще черный перец, чеснок. У меня тут 4 зубчика. И 3 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем и даем нашим окорочкам промариноваться. Ну, хотя бы полчасика. Ой, уже аромат стоит невероятный. Когда мясо промаринуется, добавляем 3 яйца. 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Если нет кукурузного, берите картофельный. И все хорошенько опять перемешиваем. Выкладываем курочку в форму. Ароматная, невероятно. Вот такая у нас смесь осталась, и это отлично. Добавляем сюда еще пару ложек растительного масла и сырой картофель. Все это хорошо перемешиваем. Можно еще немножко картофель подсолить, потому что соли тут уже будет маловато. И вот она тоже вся пропитается этим маринадом. И теперь аккуратно картофель раскладываем между курицей. Будем запекать при температуре 200 градусов первые 30 минут под фольгой, а потом фольгу уберем, пусть зажарится. Еще минут 20-30. Но перед тем, как отправим в духовку, посыпем нашу курочку семечками. Они тоже зажарятся. Семечки у меня сырые, конечно, не жареные. В любом супермаркете на развес продаются, ой, как бы не соврать, 70 рублей за килограмм. Все это очень недорого. И вот так отправим запекаться. Курочка, друзья мои, фантастическая, ароматная, пахнет семечками. Поджарилась даже снизу. А картошка просто фантастика тоже. Посмотрите, какая красивая. Картошка пропеклась идеально. Смотрите, класс! Друзья мои, готовьте вот такое простое, но невероятно вкусное и эффектное блюдо. Продукты самые-самые элементарные. Обязательно приходите в гости завтра. Будет новый вкусный рецепт. А тот, кто хочет узнать о нашей семье побольше, подписывайтесь на наш инстаграм. Там много чего интересного происходит. Ну и обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали.